to je to. Вот сейчас я включил поток. Ну, насчет событий в Косовской Митровице, кому выгодно устраивать такие провокации? Выгодно такие провокации устраивать тем, кто хочет из Балкан создать санитарный кордон в отношении Российской Федерации. Ради этого необходимо втянуть все страны региона в НАТО. В этом контексте легко предчакуемо сдай... Происходящее является результатом попустительства со стороны и Евросоюза, и НАТО, которые имеют силы для Косово в регионе, на территории Косово, в отношении категорического нежелания властей в Приштине выполнять то, что от них требуется и в соответствии с резолюцией 1254 Совета Безопасности ООН, и в соответствии с теми обязательствами, которые были согласованы между Белградом и Приштиной при посредничестве Евросоюза. Спасибо. 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 Спасибо.